Салам, Бурнеди! Всем большущий привет! И мы снова с вами учимся говорить по-чувашски в рамках нашего проекта «Разговорник чувашского языка». Эбэ Антонина Ятла, эбэ зире чувашла галочма врендедев. Я буду учить вас говорить по-чувашски. Эбэ зире чувашла галочма врендедев. Сегодня мы научимся использовать водные слова и слова, которые помогают нам начинать предложение. Если эти слова доведены до автоматизма, мы можем вполне поддержать разговор, даже если чувашский язык пока еще не очень силен в вашем исполнении. Эпилю пущеладпарь. Итак, начнем. Пущеладпарипень. Первое слово «эпинь». Итак, значит, следовательно, тогда. Чтобы запомнить слово, нужно обязательно придумать пару примеров, ведь в контексте слова запоминаются лучше. «Эпинь мендумала». И что делать? Итак, что же делать? «Эпинь мендумала». Кстати, прекрасный суффикс «мала» – «милле». Если его присоединить к основе глагола, получается то, что нужно или то, что следует делать. «Кай» – «мала», «кай» – «мала». Нужно идти. «Эшле» – «милле», «эшле» – «милле». Нужно работать. Удобно, кстати, проверьте. «Эпинь камбелеть» – и так тоже знает. «Эпинь камбелеть» – «Юрия пень». Ну тогда ладно, «Юрия пень». Следующее слово – «самахмай». Кстати, «самахмай». «Самахмай из-за ишме бледени». Кстати, а ты умеешь плавать? «Самахмай из-за ишме бледени». «Самахмай манан кино наиги билет фор». Кстати, у меня есть 2 билета в кино. «Самахмай манан кино наиги билет фор». Запоминаем. И пень «самахмай». Третье слово – «маншутпа». По моему мнению, «маншутпа». «Маншутпа из-за терескаладен». По-моему, ты прав. «Маншутпа из-за терескаладен». «Маншутпа килегаймала». На мой взгляд, пора идти домой. «Маншутпа килегаймала». Выражение номер 4. «Килежедеп». Согласен, согласна. «Килежедеп». «Эбезамба килежедеп». Я согласен с тобой. «Эбезамба килежедеп». «Килешмеле». Нельзя не согласиться. «Килешмеле». «Самахмай», кстати, те из вас, кто уже немного понимает чувашский язык, наверное, несколько насторожились. А разве слово «килешме» не означает «нравится»? Все правильно, но это слово, у которого не одно значение, и даже не два, а много. И поэтому будьте внимательны к окончаниям. «Эзамана килежедень». «Ты мне нравишься». «Эзамана килежедень». «Эбезана килежедебе». «Я тебе нравлюсь». «Эбезана килежедебе». Но «эбесанба килежедеб». «Я согласен с тобой». «Эбесанба килежедеб». Ченнебек калазан, по правде говоря. Ченнебек калазан. Ченнебек калазан эбэ пельместе. По правде говоря, я не знаю. Ченнебек калазан эбэ пельместе. Ченнебек калазан манан вогачук. По правде говоря, у меня нет времени. Ченнебек калазан манан вогачук. Сагалданда, как минимум. Сагалданда. Сагалданда пилекун, как минимум 5 дней. Сагалданда эбе юлашкимар. По крайней мере, я не последний. Сагалданда эбе юлашкимар. Слово «обычно» перевести на чувашский язык трудно. Вариантов очень много. Все зависит от контекста. Я предлагаю вам вариант «итларах чухне». Как правило, обычно. «Итларах чухне ирьенебе хускану земтавадам». Обычно по утрам я делаю зарядку. «Итларах чухне ирьенебе хускану земтавадам». Позволь себе сделать отступление. Вы, наверное, заметили, когда мы говорим о себе в первом лице, в единственном числе в настоящем времени, то глагол у нас имеет окончание «ада» или «еде». Чтобы самому поставить глагол в данную форму, нужно взять основу глагола, например, «пель» – «знай», «знать» и добавить соответствующее окончание. Если согласные звуки твердые, то «адап», если мягкие, то «едеп».
слове «пель» мягкие «п» и «эль» значит «эбэ пэледеп» – «я знаю», «эбэ погадеп» – «я смотрю». Основа здесь твердая «п» и «х» – значит «адеп». Еще одно выражение «мэнле калазэнде». Ну как сказать «мэнле калазэнде»? Мэнле калазэнде – терлерень булать. Ну как сказать, по-всякому бывает. Мэнле калазэнде – терлерень булать. Мэнле калазэнде – пурночка дардать. Ну как сказать, жизнь покажет. Мэнле калазэнде – пурночка дардать. Анчах, но, однако, анчах. Щаплабуль, анчахмана килешмесь. Наверное, это так, но мне не нравится. Щаплабуль, анчахмана килешмесь. Эбэ пырада, панчах алехмар. Я приду, но не сейчас. Эбэ пырада, панчах алехмар. Пума булдарать, может быть, пума булдарать. Харчухне урыхла булма булдарать. Иногда может быть и по-другому. Харчухне урыхла булма булдарать. Терлерень булма булдарать. Может быть по-разному. Терлерень булма булдарать. Уф, сколько много мы выучили полезного. А теперь мы можем сконструировать вот такое высказывание. Мэнле калазэнде маншутпа килешмелепень анчахченныбе калазан ытларахчухне булма булдарать. Ну, как сказать? Итак, на мой взгляд, нельзя не согласиться, но, по правде говоря, может быть. Маншут па паян лыха падермеле. По-моему, пора заканчивать на сегодня. Проверим, как вы усвоили сегодняшний урок. Попробуйте самостоятельно заполнить пропуски в предложениях. Эпинь, маншут па. Чиннебе калазан. Эпинь миндава отпаргаль. Так что будем делать? Килишмелле. Анчах. Самахмай. Самахмай эзибаян университета гаеданы. Кстати, ты сегодня идешь в университет? Маншутпа. Эпинь. Пытларах чухне. Маншутпа пирень вогод щук. По-моему, у нас нет времени. Сахалданда. Килешмелле. Пулма булдарать. Кунба килешмелле мар. С этим нельзя согласиться. Маншутпа. Самахмай. Чыннебе калазан. Чыннебе калазан эбе нимэнде бельмесеп. По правде говоря, я ничего не знаю. Ларах чухне, сахалданда, анчах. Сахалданда пилек чухрам. По крайней мере 5 километров или как минимум 5 километров. Ларах чухне, пулма булдарать и пень. Ытларах чухнебе подачи местеп. Обычно я не ем кашу. Энде килешмелле анчах. Мендавас энде. Ну что поделаешь. Ларах чухне, сахалданда, анчах. Анчах кам итальян ладулеть. Но кто же знает по-итальянски?
самахмай, пулдарать, чуныбе галасан. Волбаян кильме булдаради, он может прийти сегодня. Я очень надеюсь, что наши уроки полезны для вас. Пишите, реагируйте, предлагайте. И самое главное, больше практикуйте замечательный чувашский язык. Петим эмедерзем фурна щеланза вычер. Пусть все ваши мечты сбываются. Едерне. Едерне манхула и свырнашна. Сарлагада мнаш сержине. Иренгажен хумба хумвулянан. Адлаха валать волжевне. Тюбере сархивель тем цынанан. Чудодать эмерхи щурцине. Тень бере у промашкан хужашин, а валдан бырагана смулне. Пусть чумне, пусть хушмас махпанан. Щеклинеть, щенелеть едерне. Кам журал на гундаты марьяна. Щульде тыде он ыры ятне. Пурн надеть пер ялта. Улам хомбо щобата. Ширмаю ваша власа, Саргивель весь удался. Мискерен думала, Мендыкай сагай мала. Лад перес кузине, Изыкай шар лешлине. Хомба на бургамалдан, Самахуши шубада. Хомба пахли он жене. Шматить шабата. Синьче улам чё дай масть. Вое жугун чё дай масть. Хуся лать поговорда. Шума чумать шабада. Кулать хомбо лох лоцо. И галыне шар чапса. Старшке биде, тузен день юлмаре, житте, туп хаурах
Пур халахран, ращей халахран.